друзьями, значит, все будет хорошо. Только 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Ну, оставьте нам маленького, а вы уж... Да. А теперь, девочки, кто хочет в будущем тещей быть? Слушайте, ну тещ, как всегда, больше. Пять девочек. Все, милые мои хорошие. Пять только девочек. Идемте вот сюда, встаем. Вот встаем так, как будто игра ручеек. Вот сюда. Парами. Мальчик, девочка. Беремся парами. Мальчик, девочка. Парами делаемся, парами, парами. А вы хлопайте, гости дорогие. Так, у нас здесь уже целая куча народу собралась. Мы сейчас с вами поиграем в русскую игру, которая... В игру, которая называется «Горелки». Знаете, что такое «Горелки»? Как в нее играют? Смотрите, первый у нас водящий. Он стоит с платочком. Когда я говорю слова, то последняя пара бежит в начало. Кто успел, встал в пару с водящим. А другой, кто не успел, держит платочек. Пойдем? Пойдем? Пойдем, говорю? Куда-нибудь. Вот у нас горелка такая с зеленым платочком. Где у нас последняя пара? Ты куда вышел, мой дорогой? Встань. Где последняя пара? Вот у нас. Поняли, что делать? На мои слова мы сейчас все танцуем. Я буду говорить присказку, и вы присказку учите вместе со мной. Когда я скажу «последняя пара, беги», вы бежите в начало. Кто первый, успеет за их пару встать. А другой, значит, платочек берет. Поняли? Итак, начали вместе все приговариваем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Посмотри на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, последняя пара, беги! Все? Итак, танцуют все, мы играем. Приговариваем все дети и танцуем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Посмотри на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, последняя пара, беги! Нет, нет, только одна горелка. Быстро, быстро. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Посмотри на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, последняя пара, беги. Дети, все со мной говорим. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Посмотри на небо, птички летят, колокольчики звенят. Раз, два, три, последняя пара, беги.